такой момент, вот я зафиксировал его ножку на болевой. Вот сейчас начали отрабатывать, не получается. Почему не получается? Скрещиваем свои ножки, его ножку фиксируем точно. Вот, свои ножки скрещиваем. И стараемся, чтобы наши пяточки упирались ему в ягодицу. Вот, чтобы была точка опоры. И вот здесь как раз его коленочка упирается мне вниз живота, чуть ниже пупка. И вот я его ножку прижимаю к себе, а тазом поддаю немножко вперед. Вот это движение. Понятно, да? Это вот важный момент. Это важный момент.